Всем привет, и мы продолжаем игру «Мой говорящий том 2». В прошлом видео мы сделали нашего Тома вот таким вот забавным лордом-леденцом. Сегодня опять же от просьбы от первой подписчицы, написавшей под прошлым видео, это была Лизонька, мы сделаем нашего Тома бизнесменом. Итак, давайте-ка посмотрим, как же выглядит Том-бизнесмен. Вот отправимся с вами в вкладочку «Кибергород», по-моему, здесь, да, вот он. Вот он, вот так прикольно выглядит Том-бизнесмен. Но прежде чем это делать, давайте-ка отведем нашего Тома в туалет. Пусть он пока делает свои дела. Кстати, очень прикольная шерстка. Итак, Томушка, давай-ка, делай свои дела. Ну что же, миленький, симпатичный. Да, было бы неплохо и здорово покупать нашего любимца, что мы сейчас с вами сделаем. Вот совсем грязный. Вот засидели его уже мухи, но надеюсь, мы сейчас с этим справимся. Итак, давайте-ка используем желтенькое мыло. Вот, в принципе, в прошлой части мы неплохо с вами уже обновили комнату нашего Тома. Купили все возможные интересные плюшки. Сегодня, я надеюсь, вот благодаря вот самолетикам тоже что-то интересное подкупим. Ну а сейчас давайте-ка покормим нашего любимца, нашего питомца. Посмотрю, где особая еда, которая нашего Томушку подмораживает. Вот мороженое. Вот прикольно вот так застыл, разбивает лед и дальше. Кроме того, было бы неплохо вот покормить нашего питомца перчиком. Вот от него он стал совсем красный, а Томушка вообще будет полыхать огнем. Вот так вот, чуть бедного питомца не изжарил. Отлично, кроме того, дадим ему еще вот виноград. Плюется косточками, а как на это среагирует наш питомец? Он тоже плюется, но вот просто в сторону. Итак, здорово. Ну что же, накормили нашего любимца. Давайте-ка я еще дам ему вот этот пудинг. Посмотрим, как он на него среагирует. Ну, просто слопал и все. Больше интересных фишек нету. Ну, а сейчас давайте-ка, друзья, еще вот поднимем немножко настроение для нашего любимца. Вот, сыграем и с ним какую-то интересную игру. Итак, с чем же, Томушка, с тобой сыграть? Вот, итак, давайте-ка посмотрим, что у нас есть. Есть у нас в наличии качалочка. Вот, можем с ним покататься. Можем с ним побоксировать вот грушу. Вот, либо еще вот сыграть в баскетбол, но мне больше нравится батут. Ну что же, неплохо попрыгали с нашим Томушкой. А сейчас вот поднимаю, кстати, ему настроение. Давайте-ка посмотрим, как же вот сработает костюмчик и как надеть на него костюмчик бизнесмена. Итак, друзья, отправляюсь с вами в гардероб. И давайте-ка сейчас разденем нашего Тома. Уберем конфетный цилиндр. Уберем розовые глазки. Уберем конфетную шерсть. И вот уберем вот этот конфетный костюм. Вот, неплохо. Ну, а сейчас давайте-ка попробуем собрать костюм бизнесмена. Итак, нам нужны, самое главное, это прическа бизнесмена. Где-то здесь она должна быть выглядеть. Сейчас я попытаюсь ее найти. Итак, где же прическа бизнесмена? Вот, элегантная прическа. По-моему, это оно. Отлично. Кроме того, нам нужны очки. Очки бизнесмена. Сейчас, надеюсь, мы их тоже найдем. Итак, ищем очки бизнесмена. Итак, это не они. Элегантные очки. По-моему, друзья, это они. Да. Вот, супер. И нам осталось, друзья, только подобрать одежду бизнесмена. Опять же, для нашего Томушки. Итак, где же этот костюм? Вот, давайте-ка посмотрим. Итак, где же костюмчик бизнесмена? Деловой костюм, да. По-моему, это вот все, что... И да, друзья, получилось. Итак, мы собрали набор бизнесмена. Вот, получили за это еще 750 значков самолетика, на которых мы сможем с вами полетать. Но прежде чем это сделать, давайте-ка все же хочется мне попрыгать на батуте вот с нашим Томом, бизнесменом, посмотреть, как он здорово будет это проделать и поднять шкалу настроения до максимума. Вот, благодаря и шкале настроения еще наш Томушка и повышается по уровню. Итак, почему-то шкала настроения очень плохо идет.
вот 6 очков, и это почему-то вот 7, ну, очень плохо идет. Возможно, давайте-ка вот покатаем его, вот тогда, возможно, пойдет. И так не идет, друзья, ни в какую, но, возможно, он хочет побоксировать грушу. Вот смотрите, как здорово, и не сумел. Не сумел справиться. Ну что ж, тогда, друзья, не буду я повышать. Вот, ничего себе, не успел. Вот, не буду повышать, будем с вами отправляться в путешествие. Кроме того, в прошлом видео я купил для нашего Тома вот такой вот конфетный самолетик. Вот хотел его поменять, не успел, на что сразу же отправился в полет. Ну, тем не менее, самолетик не подходит. Это самолетик конфетного царства. Сейчас мы его заменим, только соберем еду, монетки и звездочки. Итак, у нас есть вот дублирование лесной полянки, вот ковра, он переработан монетки, а мы давайте-ка с вами сейчас, друзья, поменяем самолетик. Итак, этот летающий кекс нам не подходит. Вот мне нужен самолетик вот под нашего Тома. Вот, ну, вот я думаю, давайте-ка, друзья, вот активируем вот такую вот крутую машину. Похоже на вот самолетик на крутую машину, по-моему, для бизнесмена очень даже то. И да, друзья, я не успел сфотографировать. Кроме того, давайте-ка я и поменяю питомца. Раз он бизнесмен, давайте-ка мы сделаем что-то оригинальное, вот что-то необычное. Вот, и пусть это будет вот такой вот робот. Правда, какой-то он красный, поэтому, вот, мне кажется, друзья, поменять цвет было бы неплохо. Вот давайте-ка я это проделаю. Попробую подобрать какой-то железный стальной цвет. Раз это робот, пусть он будет хотя бы вот приближаться. А ну-ка вот, вот дам ему мороженое. Вот пусть будет вон хотя бы вот такого вот голубого цвета. Больше мне ничего не подходит, мне кажется, по крайней мере. Ну, а вот сейчас давайте-ка мы сфотографируемся и посмотрим, какой же рейтинг будет у нашего котика. Итак, 99,8, маловато, хотелось бы побольше. Мой рекорд 180. Вот, кстати, друзья, кто не в курсе, мы можем просмотреть галерею. Галерею наших фото, которые уже были. Итак, видите, вот леденцовый лорд набрал 161, железный кот 180, вот такой вот пряничный вот Том 152, волшебник 109, вот котик полицейский 118, фея 158, вот супергерой 75, король Том 130, рыцарь 78, вот, и пират Том 77,8, вот, просто повязки 33. Наверное, друзья, я не сохранил. Здесь есть один нюанс: если я не фотографирую, друзья, вот не сохраняется тот результат. Вот не могу точно сказать, какой костюмчик у меня набрал вот тот показатель 180, который у меня сохранился. Вот трудно сказать. В принципе, мы можем пересмотреть по истории видео. Видите, вот железный код 180. И пока все, я не сохранил тот результат. Сейчас же у меня результат вот 180. А, друзья, прошу прощения, это железный код. Это железный код, он набрал все-таки максимальный результат. Железный человек, да, вот этот скрин фото. Ну что ж, понятно, а сейчас давайте-ка еще отправимся в путешествие с нашим котиком-бизнесменом. Вот, но это совсем другое дело. Смотрите, какой крутой самолетик у нашего Тома. И давайте-ка отправимся за очередным сундучком. Посмотрим, что здесь интересного. Итак, открываем сундук. И здесь у нас еда, вкусняшки. Здорово, монетки плюс звездочки. И еще ковер с завитками. Конечно же, давайте-ка купим этот коврик. Вот, активируем его и посмотрим, как это все изменится. Итак, вот он. Выбираем. Сразу же меняется наша гардеробная комната. По-моему, даже очень здорово и прикольно все получилось. Отлично, еще раз путешествие. Причем, раз есть самолетики, надо воспользоваться. И да, друзья, жду от вас отзывов в комментарии. Стоит ли мне играть без вас, чтобы перейти на 20 либо на 30 уровни. Итак, открываем опять же очередную карту. Вот звездочки, монетки и еще
кошачьи глазки. Но кошачьи глазки у меня открыты. Я просто вот получаю звездочки за дубликат. Вот неплохо. Еще есть возможность два раза прокатиться на самолетике у нашего Тома. И давайте-ка мы это проделаем. Итак, очередной сундук. И я надеюсь, что-то интересное и необычное все же нам попадет. Итак, это еда. Это монетки, это звездочки и мех ягуара. Опять же дубликат, но он перерабатывается в звездочки. Вот. Что ж, друзья, осталась последняя поездка. Давайте-ка отправимся с нашим котиком и посмотрим, что же интересного попадет вот в последнем сундуке. Вот. Поехали вперед. Прокатимся с нашим Томушкой и надеюсь, что-то интересное все же попадет. Так, что же интересного будет в сундучке? Сейчас мы это увидим. Итак, откроем и посмотрим. А в этом сундучке у нас будет вот монетки, звездочки и дубликат лесной полянки. Итак, друзья, мне кажется, стоит переходить на 20 уровень, чтобы открывать новые локации и новые интересности. Ну а сейчас, друзья, давайте-ка отправимся еще поиграем с нашим котиком. Что-то мне так и не удалось поднять ему настроение. Итак, что же любит котик? Непонятно, но видите, почему-то вот прыжки на батуте не поднимают ему настроение. Возможно, друзья, его надо погладить. А ну-ка давайте-ка посмотрим. Хороший Томушка. Итак, да, вот, друзья, так, по-моему, его настроение намного лучше повышается. Хороший Томушка. Да, вот смотрите, как начинает расти настроение. Вот, и почему-то опять пошел спад. Вот, ну что ж, немножко все же удалось нам поднять его настроение, нашего котика-бизнесмена. А сейчас давайте-ка сыграем какую-то интересную игру. И давайте-ка для этой пробежки я возьму питомца. Вот, кстати, да, друзья, в отзывах, комментариях можете также писать, какую вот игру вы хотите пройти. И смотрите, как забавно, какой прикольный вот робот наш идет. Помощник, которого мы купили, и довольно-таки неплохо проходит эту локацию. Да, вот, друзья, и, конечно же, прошу, пишите в отзывах, в комментариях, в каком костюмчике вы хотите увидеть в следующем видео нашего Тома. В конце видео я расскажу и покажу, какие костюмчики у нас есть в наличии, и согласно ваших отзывов в комментариях, мы будем одевать нашего Тома в следующем видео. Ну а пока попытаемся с нашим Томом пройти максимальную дистанцию, чтобы сегодня побить рекорд. Вот, было бы здорово это проделать. Ну, посмотрим. Итак, собираем пока самолетики. Вот вижу, ускорение удалось взять. Тоже неплохо. И есть щит. Давайте-ка, друзья. Ай-яй-яй, промахнулся. Промахнулся, не взял щита. Ничего страшного. Давайте-ка отправимся еще вперед. И вот постараемся. Вот все же. Ай-яй-яй, друзья. И я зацепил вот одного букашку. Вот что не очень хорошо. Вот и зацепил второго и третьего. И, к сожалению, вот неудачно закончил игру. Не побил рекорд, а мой рекорд 14 тысяч. Ну что ж, вот неплохой результат. Конечно, можно было бы сыграть получше. Ну, пока как-то так. Вот не хочу, друзья, на этом еще прощаться. Но давайте-ка, друзья, еще сыграем вот с пчелами. Тоже одна из прикольнейших игр. Вот задача надуть пузырь побольше. И главное, чтобы пчелы его не пробили. Вот, не прокусили. Вот попытаюсь сейчас зажать вот эту осу. Ай-яй-яй. Да, есть, друзья. Итак, первый уровень пройден. И мы начинаем надувать шарик для второго уровня. Итак, ох, какой огромный шарище. Вот, отлично. Продолжаем надувать. И вот так, замечательно. И без проблем переходим на новый уровень. Итак, пытаюсь надуть шарик побольше. Вот так, замечательно. И сейчас будем пытаться зажать пчел. Вот, отлично. Вот, по-моему, неплохо у нас пока все получается. Вот так, отлично. И еще буквально маленький шарик. И да, мы переходим на новый уровень. Вот, все больше и больше пчел. Вот даже какой-то появился рогатый жучок. И его мы тоже попытаемся сейчас вот зажать при помощи вот шариков. Отлично. Ух, чуть-чуть не пробил. Шарик очень опасно с вот этими жучками.
вот довольно-таки неплохо могут зажимать шарики. Итак, попытаюсь сейчас как-то все же... Вот, да, есть, друзья, получилось. Итак, получилось зайти на новый уровень. Появился у нас какой-то новый монстр-комарик. Я сейчас попытаюсь опять же его как-то прижать, зажать. Но это будет чувствовать, друзья, очень-очень-очень непросто. Итак, вот, что это у нас? Куча пчел. Вот, нужно их как-то зажимать. Вот что я и буду стараться проделать. Да, вот, получилось. Вот, неплохо. Итак, давайте-ка сейчас... И да, появилась гусеница. Появилась гусеница. Интересно, смогу ли я ее прижать при помощи вот шарика. Сейчас мы посмотрим. И да, вот видите, гусеница пришла к шарику и возвратилась. А мы тем временем вот все же дошли до очередного раунда. Итак, неплохо. Надуваю шарик побольше. Пытаюсь вот прижать вот у этих комариков и этих пчел в угол. И, по-моему, у меня неплохо получается. Да, друзья, удалось зайти на новый уровень. Вот, все больше-больше жучков, все больше пчел, очень опасно, но пока у нас неплохо все получается. Итак, продолжаю надувать шарики. Ага, друзья, и у нас появляется уже проблема, у нас некоторые шарики начинают сдуваться. Вот их надо затыкать пальцами, иначе можем потерять шарик. Итак, смотрите, что делается, сколько пчел, ну просто ужас. Вот пока я еще ни одного шарика не пробил, но очень опасная тенденция. Можем в любую минуту проиграть, потому что очень много жучков. Вот, ой-ой-ой, как опасно. И давайте-ка, друзья, попытаюсь закрыть шарик. Вот, пытаюсь. Вот, да, удалось восстановить шарик, но было опасно. И да, мы перешли на новый уровень. И да, друзья, есть рекорд. Вот появилась надпись, вы видели, как корона. Все же мне удалось побить рекорд в этой игре. Хотя здесь все очень непросто. Вот, ну что ж, раз побит рекорд, я буду еще стараться. И да, друзья, 11 уровень. 11 уровень. Опять же, подсказка, что это рекордный уровень. Вот сейчас я попытаюсь все же еще... Ай-яй-яй, друзья, и я потерял одно сердечко. Очень быстро летают комарики. Еще у меня в запасе есть 2 сердечка. И я буду как-то стараться это проделывать. Итак, пробуем. Вот куча мелких шариков. Вот не так хорошо, как с большими. И да, друзья, мне все же удается вот взять еще более высокий уровень. Но здесь вообще кошмар. Смотрите, что делается. Куча пчел. Куча всевозможных насекомых. Вот, которых мне удается как-то пока останавливать. Вот, пытаюсь. Ай-яй-яй. И я, друзья, случайно пробил. Думал, успею, не успел. Вот, тем не менее, вот, мне кажется, неплохой у нас результат. И сейчас, возможно, мы перейдем на новый уровень. Да, есть. Итак, 13-й раунд. Вот, пытаюсь. Ох, как здесь все непросто. Я буду пытаться сейчас надувать шарик побольше. И смотрите, какой огромный шар удалось мне надуть. Вот просто великолепно. Вот где сейчас тыкать, непонятно. Ну, да, друзья. Итак, по-моему, это один из лучших. Ох, ничего себе, смотрите. Появилось колючее растение. Вот, да, друзья, пожалуйста, пишите отзывы в комментариях, кто уже доходил до этого уровня. Я, к сожалению, пробиваю шарик, не успел. И мы с вами получаем новый рекорд. Я дохожу до 14 уровня. Итак, супер, друзья. Давайте-ка посмотрим, в каком состоянии наш Томушка-бизнесмен. Вот, устал, не устал. Да, друзья, он уже устал, он хочет спать. Но прежде чем его усыпить, давайте-ка я покажу, какие герои у нас есть в наличии. И согласно ваших отзывах и комментариям, мы будем оденем нашего Тома в следующем серии. Итак, друзья, у нас в наличии есть Том-король. Есть герой-разбойник. Есть безумная фея, вот так здорово выглядит. Есть благородный рыцарь, вот есть мудрый волшебник и есть... И все, друзья, вкладочки «Волшебный лес», все. Кроме того, друзья, есть вкладочка «Кибергород».
где у нас есть полицейский, вот супергерой, мистер-бизнесмен, которого мы сегодня с вами создали, кибергерой, отлично, и пожарный. Пожарного, кстати, еще не создавали. Кроме того, есть вкладочка, это конфетное царство, где мы можем сделать Тома шоколадным зайчиком, пряничным человечком, кондитером, вот, героем сладкие сны, вот таким вот няшным, лорд-леденец, который мы сделали в прошлом видео, и с конфетным царством все. Кроме того, есть вот вкладочка «Родная улица», которой всего один костюмчик, это повседневная одежда. Ну и вот финальный вкладочка «Пляжные приключения», где мы можем Тома сделать капитаном пиратов. Вот «Зарядка на пляже» костюмчик называется. Вот «Отважный пират». Еще один костюмчик, «Пляжная вечеринка» и «Пловец вольным стилем». Ну вот, по-моему, друзья, все костюмчики я сделал. Вот, на этом сегодня уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И да, друзья, наш Том заболел. Вот что-то с ним случилось. Не знаю, что случилось. То ли он икает, то ли он кашляет. Трудно сказать, что с ним. Вот, кстати, давайте-ка я добавлю звука. Посмотрим, что это у него за икота. Да, это у него икота. А если я дам ему укол? Вот так. Не хочет, друзья, на укол. А если вот так делаем, вот начинает подлечиваться. А если пылесосом? Не хочет. А если мы дадим таблетку? Вот тоже таблетка помогает. А ей как насчет зелья? Не хочет. А если вот эти? Вот, мы его напугали, получили монетки и вылечили. Вот, супер. Ну что ж, друзья, сегодня на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!